Դրատական ռադիոյ եթերում շարունակվում է քաղաքակրթությունից քաղաքականություն հաղորդաշարը։ Իհիացնեմ այսօրին հյուրը՝ սոցիոլոգ Աբու Դաբիում Նյու Յորքից համալսարանի պրոֆեսոր Գյորգի Դերլոյանը։ Նրանք ովքեր մեզ հետեւում են YouTube-ով, հաղորդման առաջին մասի հեգումը կարող են գտնել ցանագրության ուղիղ ներքեւի հատվածում։ Папашам наблюдениями, естественно, наблюдали вот в Армении вот в населении, в общественном мнении что-то изменилось после этого։ Обострилось ли вот чувство вот по отношению к этой победе. Ну, я имею в виду еще Карабахской войны. Я или могу или только что? теоретически, извините, угу. я не политолог. Угу. Когда меня встречают журналисты на угу. улицах Еревана, или когда кто-то узнает, спрашивает, что вы здесь делаете. Я говорю, я иду на базар. Угу. Меня теща послала. Я угу. здесь живу. Угу. Я здесь не работаю. Угу. А, я не знаю. Да. Ну, поэтому скажу вам честно, просто угу. скажу, что, судя по все, Теоретически могу только uh -huh. предсказать, что в результате такого рода затяжных войн происходит разделение населения uh -huh. на группы тех, кто не будет воевать, тех, кто испугался, жить в таких условиях трудно. Uh -huh. Тех, кто будут уезжать, uh -huh. и тех, кто будет оставаться. Те, кто будет оставаться, будут настроены на более решительные действия. Uh -huh поэтому я думаю что ситуация была уже тупиковой она стала еще более тупиковой угу. она будет такой же оставаться пока не произойдет какого то внешнего изменения сил а серьезная война возможна только в случае демократизации азербайджана вот если там будут свергать нынешнее правительство угу. то очень велик соблазн для кого либо с той стороны продемонстрировать угу. какую то силу плюс ну, просто-напросто -просто а, любое заряженное ружье в какой-то момент выстреливает. Вот, случайно выстреливает. Даже так. Ну, так всегда происходит. Так было в августе 1914 года, как бы. Ну, не предполагали, но получилось. Uh -huh. Кстати, это, судя по всему, это именно то, что произошло в Сумгаите в 1988 году. Uh -huh. Там, по моим азербайджанским источникам, ну, это же то, что я изучал когда-то. Да, они говорят, uh -huh. что, ну надо было кинуть подлянку первому секретарю горкома партии, который слишком много о себе тогда возомнил, ну так немножко окна побить, угу. а потом оказалось, что не могли выкрутиться сами, потому что за такого рода э, происшествия в Советском Союзе вообще-то расстреливали руководители. Угу. Вот, ну там не произошло расстрела, вот и поэтому осмелели э, во время перестройки. Это другой вопрос уже, как разваливался Советский Союз. Я думаю, что Армении придется теперь э, жить Довольно долго, довольно долго, значит, непредсказуемо, до следующего момента переформирования мировой геополитики, mm. когда появится какая-то сильная внешняя сила, достаточно сильная, которая прекратит этот конфликт. До тех пор просто Армения будет жить в состоянии войны, как, наверное, уже сколько лет живет Израиль. Mm -hmm. а в этом есть своя положительная сторона, потому что это поддерживает в тонусе власти mm -hmm. вот, и население. Это, это очень дорого, это, за это придется просто платить. Вот, очень много. Но поскольку Армения бедная республика, то придется эффективно расходовать эти средства, а иначе просто будет проигрыш. Uh -huh. Этот проигрыш совершенно неприемлем сейчас для армянского общества да и для политической элиты. Не переживут скорее всего и бежать то в общем некуда uh -huh. уже дальше значит придется более эффективно использовать внутренние ресурсы налаживать производство в том числе военное производство внутри армении уж как нибудь в том числе IT, uh -huh. на блокирование электронных средств противника вот, и тех израильских приборов которые они приобрели в последнее время вот, значит, придется развивать промышленность. Деваться тут некуда. Хорошо. Я бы хотела поговорить о протестах. Если вы помните, в прошлом году в Ереване была такая акция протеста «Электрик Ереван», еще российские и украинские СМИ угу. называли его «Ереванским Майданом». Чем он был уникален вот, только для Армении? Да, что вот, ну, насколько я Помню, да, то есть не было такого, чтобы вот во время протестов к протестующим подошли оппозиционные политики и вот протестующие отказывались бы от их помощи, угу. их бы, им просто сказали, ребята, вы не нужны, уходите. Да, то есть это был абсолютно, ну, угу. да, народный да протест. Конечно, потом все затихло и там угу. мнения были разные, да. Вот я, например, слышала такое мнение, что вот ну, не дотягивает наш народ, слишком мы слабые, не можем устроить революцию, ничего у нас не получается. Вот что это было, на ваш взгляд? Вот это действительно была уникальная ситуация для Армении, вот, если смотреть, ну, я имею в виду угу. после того, как Армения стала отдельной страной, независимой. То, что произошло прошлым летом на проспекте Баграмяна, uh -huh. и то, как это закончилось, должно представлять предмет гордости армянского народа. Uh -huh. Этим надо гордиться. Армения уникальна. Не развалили государство, uh -huh. не убили никого, uh -huh. образцово себя вела полиция, uh -huh. да и многие демонстранты. Значит, ну, я этим, честно говоря, хвастаюсь. Вот, угу. и, знаете, у нас в результате протестов популярнейшей личностью в городе сделался начальник полиции. Ну вообще да. Ну, этим же надо гордиться. Вообще-то. Ну, тихо так гордиться, чтобы не зазнались. Чем отличались эти протесты, скажем, от украинских? Угу. Радикально отличались. Вот, тем, что они не переросли в фашистское движение. Украина, значит, тут очень большие проблемы. Возникают просто с дефиницией. Конечно же, люди, которые участвуют в украинской политике, они очень не хотят употреблять слово фашисты, ну да. а, потому что оно очень нагружено. Ну да, понятно. Да. Вот, они говорят: крайне правые националистические или национально-социально-консервативные uh -huh. силы. Вот, ну, если, конечно, посмотреть, кем были их кумиры, да, в общем-то, и что исповедуют, как сами называют себя эти, эти группировки, они вполне фашистские, такие же, как были в 1920-е, 30-е годы в Европе. Я социолог, и я всегда призываю, говорить, давайте считать, uh -huh. давайте, давайте смотреть вообще, что произошло. Uh -huh. ну, в Киеве, я был в Киеве во время последних событий Евромайдана, я просил и работал, чтобы работали ребята, и они работали со мной. Вот. Мы считали, значит, сколько там, каких партий, каких группировок участвовало в каких акциях протеста. Создали базу данных. Там получается примерно так, что 24% протестных акций организовывали вот эти крайне правые националистические боевики. А очень интересно, что везде, где были крайне правые боевики, там же была и партия Юлии Тимошенко. Она в тот момент была в тюрьме, uh -huh. знаете, опальный олигарх. А, было вполне очевидно, что происходит. А, олигархические партии имеют деньги, но они не имеют а, ни идеи, ни а, достаточных. А, эмоциональных последователей, чтобы вывести большую толпу на uh -huh, улицу. Uh -huh. они поэтому готов, они готовы платить, они могут обеспечить э, телевизионную трансляцию, например, они могут там, э, обеспечить питание на митингах, рупоры, там, мегафоны. Это всегда надо спрашивать, откуда это взялось, uh -huh. откуда взялась сцена, с которой говорили. Но вот привести людей им труднее. Uh -huh поэтому надо использовать группировки, которые могут привести людей, и которые в тот момент, когда протест уже выдыхается, то есть сказать уже дальше нечего, уже многократно, как это происходило, кстати, в Ереване, было все сказано. Угу. Еще и еще люди начинают терять интерес к этим событиям, но жизнь как-то продолжается. И когда протест идет больше месяца, угу. люди начинают как-то расходиться. Вот в этот момент, конечно, требуется эскалация насилия. Надо, чтобы кто-то начал кидать камни в полицию, там покрышки какие-нибудь полетели. Потому что это уже привлечет внимание ну, вот, в очередной раз. И это, конечно, будет действовать очень сильно на нервы властям вот, и самой полиции. Так вот, в Армении ничего подобного не произошло. Если изучать революции более внимательно, то вы увидите, что революция вообще-то, очень разрушительная сила. Революции, прежде всего, Состоят из разрушения предыдущего государства, как это произошло в 1917 году, конечно, в Российской uh -huh. империи. Это всегда очень опасно, потому что в, это, в этот момент, ну, когда рушится, знаете, камень может по голове упасть многим. А может быть, конечно, это был и ненавистный режим, но момент очень опасный, когда он рухнет. А потом происходит период хаоса, когда вы на руинах находитесь, из этого хаоса может, может а может и не возникнуть что-нибудь новое. Может возникнуть что-нибудь, как сталинская диктатура в Советском угу. Союзе, а может, как вот что-нибудь, как возникло у нас из руин Советского Союза, там в Азербайджане э, нефтяная монархия, угу. вот в Армении такой э, своеобразный Израиль. Значит, то, что возникло в Армении, действительно э, уникально по степени э, социальной… Мобилизации общества uh -huh. а, Ведь чего я призываю всегда здесь социологов? Ну, посмотрите, какая низкая в Армении преступность. Uh -huh. Почему она uh -huh. такая низкая? Посмотрите, насколько мирно происходили протесты. За одним исключением 2008 года, которое во многом послужило как раз э, очень отрезвляющим для всего общества и для всего uh -huh. политического спектра. Очень интересное отношение большинства армянского населения. Вот просто так отобрать эту свободу слова, которой сейчас они пользуются, уже не удастся. А привыкли. Хотя понимать, с одной стороны очень цинично относятся там, к власти, то, что, наверное, там покупаются выборы, но с другой стороны ожидают, что выборы, по крайней мере, покупаются, а не воруются. Вот как это могло бы быть. Можно же было просто нарисовать результат угу. вот, этих выборов то есть я все время пытаюсь вот к чему подвести что народ здесь не ценит очень много чего он добился угу. и уникальность протестов на баграмяна была в том что это были безусловно левые протесты угу. если на украине начиналось все конечно с социального протеста там был очень интересный лозунг на баррикаде из снега сделали баррикаду, перегородив э, Крещатик, на котором было написано ⁇ задолбало uh ⁇ -huh. Просто. Uh -huh. да, вот это было выражение всего продела. Uh ⁇ -huh. задолбало uh ⁇ -huh. а, Но куда дальше направиться? По какому каналу пойдет uh -huh. эта, эта энергия? Она пошла по крайней правому. Uh -huh. Кстати, крайне правых потом кинули после победы революции, как это тоже очень часто бывало, и ими воспользовались, но обратите внимание, их не пустили большей частью в Раду, uh -huh. вот, или некоторых из них селективно пустили, кого-то откупили, но им просто не дали денег на кампанию, в общем, uh -huh. и там действительно, видимо, выборы очень грязные, очень жестко проходили. В Ереване оказалось по-другому, очень интересно. Здесь протесты были фактически такими же, как в 1968 году в Западной Европе. Это показывает, это молодежные протесты. Не сказал, что это был народный протест, это был именно молодежный, образованный да. протест с довольно большой долей женщин, молодых женщин, что тоже очень важно. Вот. Но кто же в Армении вам признается, что она феминистка? Да. Значит, то же самое очень интересно было с этим протестом. Когда ну, не я, а мой канадский коллега, работающий сейчас в Ереване, угу. он русского происхождения, Петр Ляхов, ходил и разговаривал, кстати, опрашивал угу. эти протестных лидеров, угу. вот, он очень удивлялся и веселился, говорит, насколько мало они знают о том, что они на самом деле делают. Угу. Ведь вы же на самом деле фактически воспроизводите партию зеленых, скажем, в Германии. Вы левые протесты, говорит: "Нет, мы не левые, мы не правые, мы социальные". Ну было понятно, что очень хочется отойти от э парламентского спектра. Ներetva-ն ռադիոյի եթերում ավարտվեց քաղաքագերտությունից քաղաքականություն, հաղորդաշարը հիշեցնեմ այսօր մեր հյուրը սոցիոլոգ Աբու Դաբիում նյու յորքյան համալսարանի պրոֆեսոր Գեորգի Դերլոկյանը։ Տեղաբարում Ձեզ համար աշխատեց Լիաննա Խաչատարյանը, իսկ այսօր այս քանը ցտեսություն։